Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 10.3.4. Настроим NTP, то есть информацию о времени на маршрутизаторах по протоколу NTP. Что ж, давайте начинать. Первым делом нам нужно проверить, включен ли NTP на сервере NTP. Открываем сервер, сервисы, NTP. Да, он включен. И вот такая вот информация у нас должна передаваться. Закрываем сервер. Так. Что нам дальше нужно делать? Нужно пропинговать, можете пропинговать для проверки, я сразу начну. Открываю, RDNR2, ну ладно, сразу RDNR2 открываем, RDNR2, так вот их расположу. Командная строка, Naval Configure Terminal. Так, зашли в Conf.t, Naval Conf.t, хорошо. А, ну ладно, зря зашел в Conf.t, ну ладно, do... Show NTP status. Видим, что у нас NTP не включен. И теперь do show detail, show clock detail. Мы видим, что у нас вот такая-то дата, 1993 год. И time source у нас hardware календарь, то есть календарь, который на устройстве настроен. То есть если мы устройство перезагрузим, у нас время не сохранится. Чтобы у нас время правильно работало, на этом месте, что маршрутизатор то же самое, нужно настроить NTP сервер, чтобы данные о времени автоматически с сервера получались. Для этого заходим в conf.t, мы уже зашли, и просто указываем NTP сервер, вот такой-то IP, то есть этот NTP сервер указываем. Paste. Все, мы настроили NTP сервера. Давай end сделаем. End. Итак, теперь, если мы проверим show NTP status. Видим, что у нас NTP настроен, но часы не синхронизированы. Теперь, если мы введем show clock detail, видим, что у нас время такое же осталось и источник hardware календарь. Но почему же? Мы же настроили NTP сервер. Нужно время, чтобы он настроил дату. Для этого, видим, у нас 3.54. Клацаем много раз, там 5, 7, 10 минут. Все. Теперь если мы еще раз show clock detail, видим, у нас время поменялось на то, что было в NTP сервере. И самое главное, source теперь NTP. То есть у нас время теперь получается с NTP. Ну и если мы show NTP status, мы увидим, что здесь clock is synchronized. То есть время синхронизировано. Ну и то же самое можно на R2 проверить. Все, это все задание. На этом все. Пока.